Так, ну что, поехали. На время поедем односторонько. И давай вечером пойдем. Вечером. Вечером поедем. Здесь как раз мне побольше монеток будут давать. Так, ну если мы косарь 1000 монет заработаем, это будет хорошо. Так, ну и также мы повышаем свой так называемый опыт. Надо будет тут ездить. О, 300, видишь? Ах ты, не дали ничего. Ё-моё, комбо ушло. Ай. Опа, с двух тачек комбо, прикинь. Блин, не успела доехать. Ну, ё-моё. А, медленно едет, что ли, у меня этот мотоцикл. Но он стоил 30-ку мне. 30 тысяч. Я считаю, это дорого. Так, только с одной тачки мне комбо дали. Опа! А здесь где мне... А, все, нашел. Нашел место, где протискнуться. 1000. Ух ты, 1100, нифига себе. А, это у меня комбо уже выросло так. Нифига себе. 1500. И комбо мое улетает в никуда. Да. 29 000 опыта, хорошо. Тихо. Не шуми. Так, о. Блин, я так и знал, что врежусь. Эх, и время заканчивается уже. 4 секундочки осталось. Время вышло. Ух ты, 15 уровень, круто. 1500 мне дают монет. И новый байк уже. Давай посмотрим байк. 55 000. Типа мы открыли байк. Видишь, что требуются уровни. Типа ты так еще их не купишь. 70 000, ребята, за какие шиши мне это покупать все? Денег мало. До аварии. Давайте поиграем до аварии. До аварии. Типа, если будет авария, то все, да? То ты проиграешь. Это больше 120 километров, лучше не разгоняться, получается, да? Так, нам тоже опыт дается. Ладно, поехали. Посмотрим, попробуем до аварии. Проедем и проедем. Ну, как бы... Опыт мы получаем. Медленно, но... Все равно. Так, ну 100 километров в час. 140. Ну, где-то так будем примерно держать. Не, скорость. Сколько у нас тут опыта нарастет, интересно. Плохо, что здесь нету что-то не двухсторон. Одностороннее у нас получается движение. Хотя две сплошные полосы. Я не знаю, разве такое бывает? Две сплошные и односторонние на всех полосах. Ну, где-то может быть такое быть. Хотя, ну, вряд ли. Если все в одну сторону едут, почему нельзя обгонять, что ли, получается, на эту сторону выезжать? Нет. Это немножко недоработано в игрушке. Они, разработчики, видимо, поленились убрать двустороннюю эту дорогу. Так, 300 километров это я все еду. Главное мне не врезаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а вот здесь окошко было. Слушай, здесь практически всегда бывает окошко. Так, поехали. Блин, здесь, конечно, мне вот так вот опасно ехать. Ну ладно, 11 000 дали нам. Вон получается, тут, например, такая скорость, мне дается одна полосочка зелененькая. А я сейчас до 200 километров проеду. Я не знаю, ну не думаю, что на 200 километров смогу. О, вот я, первая авария. Да. Эх. Ух ты, 1600 мы заработали. 1600, вообще неплохо. Так, давайте на время возьмем. Односторонька. Так, ночь мы пока не можем, у меня 15 уровень только.
Так, пустыня, полдень. О, город, блин. Ладно, давай автострада, поехали. А кажется, где ездить, да? Так, мы опять вечер выбрали, да? Здесь дополнительно надо будет. Давай денежку. Ну, давай вечером поехали. Вечерний такой заезд делаем. Сейчас прокачаем, может быть, мы уровень. Так, 3000 у нас есть. Блин, не успели. Не успели. 100. 200. 300. 400. О, видишь? 600. Сейчас до 1000 дойдем. Вот до 1000 классно собирать. Вот 1000 и больше. Каждый обгон нам дают по 1000. 1000 опыта. Сейчас уже 1600. Вот это у меня такого раньше не... А, все. Больше такой лапы не будет. 27 тысяч опыта у меня в итоге. А, здесь бы я и не проехал бы, алё. Стали так неудобно они все. Машинки эти. Ладно, давай это сделаем. Йо-хо-хо! Так, пришлось немножечко опуститься на землю. Вот, тут трафик мне, блин, позволяет сделать бонус побольше. Ну, из этой машинки зеленой, что она здесь ехала? Она мне помешала. Сколько я заработал? 1280. 1280 монет? Круто, больше 1000. Так-то мы на новый мотоцикл тогда накопим потихоньку. 5, то у меня уже 6 тысяч получается, да? 6 тысяч есть. Ладно. Продолжаем ехать. Пока я не куплю новую машинку, получается, я тут ничего не заработаю, да? А, мотоцикл надо мне будет новый купить. Блин, давай, успеем. Есть 600. О, 800, нормально. Ух ты, как близко я тут проезжаю, а? Вообще. А вот здесь уже не проеду. Да. Врезался. Куда-то упал, непонятно куда. Давай встанем на своего коня. Вот, опыт растет. А, это обо что я ударился? Об бордюр, интересно, или об машинку? Вот это вот вопрос у меня. Они вообще тут поворачивают, съезжают, если... Да. Смотри, я сигналю, они съезжают потихоньку. Так, оп-оп-оп. Ой, нет, авария. Блин, я думал, проеду. Так, встаем на дыбы. Блин, и вот заканчивается время. Все, закончилось. Время. Сколько я заработал? 1200. Угу. Давай просто поиграем в этот самый маршрут. Например, выберем какой. Вот этот маршрут, давай. Обгоните машинки за 40 секунд. А, 8 авто обогнать. Да ну, господи. Издевайтесь, что это вообще как нефиг плюнуть. Так, 5 машинок. 4 осталось. 3. 2. Еще одна. Все. Завершили. Подарочный бонус. А ну-ка, если мы еще раз проедем, дадут там еще столько монеток или нет? Так, за 40 секунд... ну смотри, сейчас сложнее, сейчас... Блин, ну они сложнее сделали. Ночь, во-первых, и дождь идет. Тут машины просто медленнее будут ехать. Из-за того, что мокрое покрытие асфальтовое. Опа, как вот здесь мне проехать надо было, а? Скажи мне.
Так, две машинки обогнать надо. Ну как бы эту, ладно, я... Ах ты её, ёшки-моташки. Так, давай еще раз попробуем. О, дождя нету, нормально, сейчас проедем. Сейчас обгоним машинки. 8 машинок. Так. Это считается? Да, посчитали. Раз, два, три, четыре, пять. Еще одну машинку обогнать надо. Есть. 187 монет. О, немного. Да, ну что ж, 10 тысяч практически монеток у нас есть. И мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.